Дорогі українці, сьогодні ми отримуємо шмат свідчень від наших читачів про те, що в Україні радикально змінилося ставлення до простих білорусів. Одна з мет кремлівського режиму – посварити наші народи. І це, на жаль, крихту поспіхово Кремль уже робить при допомозі свого помагатого Олександра Лукашенки. Моє головне чувство, відчуття цих днів – це безконечный стыд за то, что моя страна участвует в агрессии против любимой Украины. Мы ведаем, что отбывается в Украине. Мы ведаем про войну. Мы ведаем, что забивают ваших людей. Мы ведаем, что руйнуют ваши города. Нам вельми болючо за вас. И мы всем сердцем зараз с вами. Дорогие белорусы с вами, настоящие белорусы с вами, мы бесконечно переживаем вашу трагедию и восхищаемся мужеством, которое вы показываете всему миру. Эти два безумных, придурочных, совковых деда совершают сейчас очень большое зло. И это зло должно быть наказано. Многие белорусы зараз находятся в Украине и воюют на вашем боку. Я хочу вам рассказать про Беларусь, про то, что отбылось с белорусским народом у опошние несколько годов. Александр Лукашенко максимально набрал на выборах 20% голосов. Гэты чалавек ніяк не можа прадстаўляць Беларусь. Менавіта таму, што ён так набраў мала, а напісаў сабе ў паперках шмат, беларусы і выйшлі на вуліцы тады ў 2020 годзе мільёнамі. Таму што беларусам плюнулі ў твар, яны ўжо не маглі гэтага знесці. Але махіна таталітарнага рэжыму, гэтыя найміты, гэтыя янычары, которых падрыхтаваў Лукашэнка за шмат гадоў свайго кіравання, былі моцныя настолькі, што маглі гэты пратэст задушыць. На жаль. Белорусское общество, не только журналистское сообщество, а общество в целом просто изнасиловано, разгромлено, сидит в тюрьме, либо выброшено за границу. У тюрьмах находятся шматдетные мати, хворые люди, которых там не лечат. У нас в Беларуси изнищена вся незалежная пресса. У нас нема ни водного громадско-политичного выдания, кое не находится под блокировкой. Мы уехали из страны в августе 2020 года после ареста нашего соучредителя Саши Василевича, который провел полтора года в СИЗО КГБ. Двое моих коллег литерально вчера з'явилися в суде. 7 месяцев я провели в следчим изоляторе. Зараз почався над ними суд. У тюрьме за кратами находятся больше за 30 наших коллегов. У тим четверо журналистов телеканала Белсат. 27 февраля, на третий день войны с Россией с Украиной, Лукашенко провел лживый референдум, на котором, по сути, обнулил свои президентские сроки. Белорусы массово портили бюллетени и кричали «нет войне» около избирательных участков. Я особисто ледь не плакал, когда глядел на кадры. На кадры сдымки этих людей, которые вышли все-таки и осмелились кинуть выклик тоталитарной машине, которая меля белорусское громадство, которая арестовывает десятки тысяч людей. Я бесконечно восхищаюсь моими земляками по той простой причине, что выходить на митинг в концлагере ГУЛАГ может только очень сильный духом человек. Наша тюрьма – это катавальня. Это место, где знищают человечую годность. Белорусы давно находятся под пригнетом. Белорусы не выбирали Лукашенко в 2020 году, не выбирали ранее. С 1996 года, после проведения антиконституционного референдума, Александр Лукашенко заволодал улады у Беларуси. Теперь у Беларуси керуя хунта. Хунта – это группа людей, которая захопила уладу Украине. Ни в каком выпадку нельзя называть этого человека, Александра Лукашенко, президентом. Я думаю, что лучшей аналогией того, что сейчас происходит в Беларуси и кто управляет страной, является пример так называемых ДНР, ЛНР. Это люди, которые управляют захваченной территорией, управляют в угоду своим хозяевам в России. Белорусский народ пробует спынить войну. Никто не хочет этой войны. Мы с вами. Слава Украине. Живи Беларусь. Скажите, а есть у вас еще ближайший народ, чем белорусы? Нема. И у нас нема. Остается только просто помолчать и молиться, чтобы когда-нибудь украинцы простили нам то, что мы позволили в нашей стране и позволяем до сих пор находиться такому человеку, как Александр Лукашенко, который готов ради собственной власти строить любой
позорный акт не только в отношении собственных граждан, но и в отношении соседей. Мы делаем все для того, чтобы рассказывать правду о том, что происходит в вашей стране. Всеми силами поддерживать вас в вашей борьбе за нашу и вашу свободу. Слава Украине! Живи Беларусь! Героям слава! И мы добро ведаем, что в данный момент вы гинете так само и за нашу свободу. Слава Украине!